Звезды на снегу иначе и не скажешь. Сейчас в Ханты-Мансийске на вкатке находятся сборные страны по биатлону и лыжным гонкам. Многие, к слову, приезжают далеко не в первый раз. Если говорить о лыжниках, то группа Егора Сорина – постоянный гость столицы Югры. А вот группа Юрия Бородавка приехала во второй раз. Каждый день по югорской лыжне рассекают Александр Большунов, Денис Спецов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Александр и Наталья Терентьевы. Это настоящие звезды лыжного спорта. За две последние олимпиады они добыли для страны 23 медали разного достоинства. Рекордсменом, конечно, является Большунов. Только в Пекине Сан Саныч трижды поднимался на пьедестал за золотом и по разу за серебром и бронзой. Здесь, допустим, очень классно то, что сейчас 5,5 километров круг, и в принципе зимняя погода, минус 5, минус 6, это очень, очень хорошая погода для того, чтобы тренироваться комфортно. Поскольку этот сбор, так называемый первый снег, это адаптация к снежным условиям, привыкнуть к лыжам и уже после этого уже включиться в работу, уже силовые работы и технические работы.